На, крушитель, это дробовик, нахуй. Ну, автоматически. Every mission brings us one step closer to the full democratization of the known universe. Let the enemy feel the wrath of liberty. Initiating FTL jump to the Hellmire system. А чё, может, ну, хотя роботов мы, наверное, не сможем поебашить, у нас ничего не открыто против роботов. Jump complete. Mission coordinates locked. Allied destroyer has joined squadron. Что за шлем все? Не знаю. А, это с первого набора. Блин. Скажи, когда зайдет четвертый? Третий. Хотя бы зашел бы. Ну, зашел. Ну, вышел, друг. Он вышел? Да, с нами никуда не хочет играть, малахи. Я думал, что хватит, я на крушитель не хватило. Для чего хватит? На крушитель не хватило, я хуйни накупил. Все, погнали. Orbit synchronized. Пизда, все в газу, походу, нихуя не видно будет. Allied destroyer has left squadron. Почему? Hellpod launch suspended. На шестой уровень сложности, кстати. Вот там в этом, в шестой шлем Мандалорца похожий, ну, самый похожий шлем. Блять, животные, сука, повыходили. Allied destroyer has joined squadron. Hell divers to hell pods. Repeat, hell divers to hell pods. Иди в капсулу.
got here? Блять, чел уже взял бустер, который убил. Нулевой нахуй, ёбка. Пиздец, хорош нахуй. Хороший выстрел. Разорвало. Карту ебать, ну меня под карту вдавило. Картой? Да, я меня вот эта хуйня под карту вдавила. Возьми крушитель, если хочешь, ночью не добавить. Я снова заспавнюсь. Пидораса бронированных. Одного убил. А мне пизда. Меня просто парировали.
Я в него упал. Да. Убил? Нет. Блядь, ёбаный рот. Я тебя убил? Нет, меня убил брат, нахуй, но... Это было очень странно, блядь. Это... Ты бухи прыгал туда. Нам терминал надо какой-то активировать. А, они невидимыми становятся. Я, сука. И вот я не понимаю, как мне уйти от трех охотников, если они прыгают на меня, я не могу перезарядиться в этот момент, пока они прыгают. Ты можешь стать? Или, блядь, я не понимаю, вышку уже откалибровали или нет? Нет, я ее нажал, и на меня напали. А, да, вроде сделали, осталось выровнять. Ну вот выровнять ты можешь встать к этой хуйне и сказать мне, куда мне крутить? Я кручу. Да, еще крути, крути, крути. Еще чуть-чуть. Все, все, все. Marking location. West. Tagging location. West. Nomad. Heavy. А, в связи 5 минут осталось нахуй, это как, блять? Ну это такая миссия, быстро, типа, уже было такое. А, на нижнюю мышку, на нижняя левая кнопка мышки меняется. Так, кто это сделал? Наш чел зачем-то. Это ж вообще нахуй Unreal, блядь. Да. Не, ну дробовик это разрывает жестко. Я вообще на мыскане все сраные эти. Чип. Сука. Хуя еще. 8. Out of ammo. Блять, он не умер, если чё. Ай, бай. Из этого чела, блять, сука, патронов нет. Еще один. Их двое. Я, ну я хз.
чел на него упал прям. Один остался. Не, потом. Делайте, блять, не логово. Если бы я знал. Они на карте даже. Что-то я не вижу, что они на карте. Вот зона эвакуации. Все уже пизда. А, он, видимо, нашел. Или что? 7 из 15. Ну, вообще странная какая-то карта, нихуя не понятно. То есть на карте даже не нарисован, куда идти. Чел липнул вообще, сука. Что за сыновья на людей, просто я не понимаю. Он к нам пришел. Ну а все, мы проебали. Пойдем вот сюда, тут наверху. Ну. Блять. Эвакуируйтесь немедленно. Меня пустили. Ну это все, вам все время. А как чел вводит во время? Ебать, там два этих босса. Да ну нахуй! Ну я подозреваю это потому, что мы проебали миссию, они заспавнили и нас их ебать будут. Я понимаю просто вот сюда. Это 4. Чего? А эту хуйню мы никак не убьем? Ну никак. Да прибытие шаттла... Фокусе типа. Ну а за мной их двое шло. Просто шли и все. Родился. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone.
Он, видимо, рядом со мной остался. This is Pelican 1, preparing for touchdown. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Блять. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Пошел, какой-то босс. Defeat is but the catalyst of its own rectification. Allied destroyer joining squadron, deploying Helldiver to combat zone. Нихуя себе, нам еще и денег дала, да хуй. Allied destroyer joining squadron, deploying Helldiver. Там типы какие-то зашли, которые выйдут сейчас. Десятый левел у типа. The Galactic War, a battleground awaiting your heroic intervention. Mission coordinates locked. Hellpods prime. Engaging orbital thrusters. Synchronized. Не, я гранатомет куплю, я хочу с гранатометиком пострелять. Кажется, турель тут бесполезна вообще. Нечего заменить. Ну, по сути, турель всегда может быть полезной, потому что пока мы... Жуков много, а турель стреляет быстро, как бы, понимаешь. Просто... Мне кажется, это будут сложности уже там... Надо выцеливать, а она стреляет просто до упала. Так, а смысл турели в том, что она убивает маленьких жуков. Calling in orbital
strike. Orbital strike incoming. Рантанов жесткий, видимо. Обычные ГПшки. Сам себя убил? Нет, чел чем-то вызвал кластерку прямо в меня. Ты заметил, что они не передергивают затвор, если перезаряжаются при неполном отстреле? Им все время как бы. Мы вообще что-то, блядь, не сделали тут. Dropping a pin, northeast, 200 meters. Objective critical stratagem available. А что сделать надо? Requesting objective equipment. Я тут соло, если чё. Ты вообще зачем один там? Потому что все пробежали и хуй забили. I got the terminal. А у нас тут задание. Ну оно тут ещё есть, наверху. Пойдём наверх туда. Ну так я уже начал его, блядь. Мы пробежали его в самом начале игры. Engaging terminal. Bug tunnel breach. Так и два таких задания. Блять, что это нахуй? У меня тут вообще пизда. Это боссы ебаные, блять. Блять, я одного ёбнул. Блять, сука, кидалы ебаные нахуй. Пизда сейчас будет, нахуй, я привел босса, блядь. Я слышал, ему помогал стрелять надо. Ну, не знаю, я его орбиталкой убил одного. И у этого, по идее, их понемногу, я по нему кассетам дал. Если у него все брюхо, оно бронированное тоже, хотя вроде как там мясо было. Team reload required.
Request approved. Reinforcements on the way. Nomad! Скажи ему, блядь, чтоб сбросил мою семерку обратно. Can you give me the G-back? Они взорвали нахуй, пидорасы. Тебя? Ну они бомбу поставили, блять. Гранатомет ГПшка вообще нормальная, он толку просто уничтожает. Бронированность убивает, а бронетолку маленькую убивает. Да. Тут босс нахуй. Разъебашил капсулу, видимо. Батя, прип... нахуй. Блять, это вообще шок нахуй. Все по разным частям карты бегают, блять. Мы же там задание не делали, я и пошел в другую сторону. Да у меня тут такие пидорасы бегают, что пиздец полный, блядь. Ну сюда. Я, блядь, как к чему? Да как я нахуй сюда приду? За мной перебегает толпа огромная. Так просто на глушилке беги. Сейчас я на весиком потерю, скину. Прилетел подарок? Знаю. На кого ты целил? Хорошо.
Там пидору по ногам я сразу стреляю. РПГ вроде бы. Сдох, иди сюда. Не сдох нахуй, я просто улетел, я на него прыгнул и в космос улетел. Он сдох. Я не знаю, как это получилось, я на него прыгнул моделькой и просто в космос улетел, понимаешь? Блядь, пидор. Я застрял в анимации. Блядь, тут босс нахуй. Это шок вообще. Их два. Он тебе лапы просто нахуй дал. Не, ну это вообще какой-то трейхард нереальнейший, блядь. Сука, я в рот ебал этого нахуй, пидораса. Я не понимаю, почему они их не станет то, что я им ебал. Выстрелил в упор с дробовика. Он продолжает меня бить, блядь. Да блядь. Сука. Сука, расфальцовка это ебаная, я нахуй с некоторых клавиш постоянно. А у нас кого-то что-то этот сканер какой-то, смотри, на всей карте показывается. Интересные места. А пошел за этим с дробовиком из-за скучанки. Может не надо? Ну а без него, I'm sorry, man. Тут же вход. Пуль патруль не мне. Навесик он тебя отправил через гору подарок. Ебать! Всем еблан или что? Я через гору тебе нахуй отправил это. Я вообще пизда. Сейчас вызову. Понимаешь, у меня ГПшка, то есть точно такая же, как ГПшка. А нахуя ты это делаешь вообще? Да я думал, да вообще в другой стороне нахуй. Ну не то, что в другой стороне, а шанс, что я попаду в тебя нулевой будет. Потому что я тебе стрельнул из низины, вот оттуда, сдалека. Что там чел делает? Не знаю. Ну они, видимо, лутают что-то. Ну, блядь.
tracking location. Cancel that. West. Fire. Northwest. Я по нему ГПшку строю. Tracking map. Northwest. On my position. Orbital inbound. Гнездо. Смотри, сейчас сдох. Гнездо будем ебать? Я его от ГПшки могу закрыть все дырки. Я флажку заказываю. Давай, давай, прямо на меня сюда. Еще два этих осталось. Я канат выключил. Да у меня антонет не бегает иногда почему-то. Пидорас тут. Я тут. У меня бронированный. Это обычно. Но он бронированный. С двух сторон обходит босс. Давай тебя босс. А ты один минус. Пиздец. Упал на него. Пиздец. Еще бронированный, блядь. Пизда, нахуй. Блядь. Я, кажется, гранату свою кинул. Не заказал классику, по-моему. Все сдохли, пизда. Бля, да я ебал нахуй, но это невозможно просто, сука. Ёбаное ущельем. Да ёбаный в рот, я нажал стимпак, мне не помогло это! Почему он ходит просто? Почему он пришел ко мне, я не понимаю. Кто это за тварь нахуй? Все, пизда. Сука, это шок нахуй. О, бля! Я в рот ебал. А это пизда. Мы бы его скинули сейчас нахуй четырьмя этими орбиталками, если бы не сдох. А он сдох. Там еще один босс идет. Давай, давай, иди, пидор, блядь. На, пидорас, нахуй, не сдох. Вообще это какая.
5 секунд до реса. Хули этот рез сделает. Все сдохли. Может, они тебя не найдут просто? Что-то я очень сомневаюсь в этом. Но я все равно особо. Бля, ты ж прыгнул, бля, да я заспавнился, вообще по очереди заспавнился все. Это в какой последовательности умирали? Он на меня отвлекся. А тут еще один появился. Ну да, блять, все нахуй, зря уже. Я убил одного. У меня еще один, и он меня сейчас убьет нахуй. У меня патроны для жизни без отказки. Планы следопыты, на которые атакуют от 5 метров вперед, когда общаемся все время. Блять, это шок нахуй, это вообще есть смысл в том, что я делаю сейчас нахуй? Мне кажется, я не знаю. Ну их меньше становится по ощущениям. Ага, блять, все нахуй. А, нет, вот большой пришел к тебе. Делает дурака сломали его, видимо. Он не сломался, сильно бежает. А мне стимов нет. Стебать тебя откинула эта тварь. Я тебя свой робот. Это пизда нахуй просто. В смысле? Кто это нам? А, видимо, время как раз таки завершилось на это подкрепление, пока ты умирал. Какой у него уровень? 6 импактов. Ну это вроде будет 50 левел. Да, 50 левел. Сейчас посмотрим, 50 левел как играет.
Requesting air support. Requesting advanced weaponry. А ты видишь, он бежит и одновременно кастует. Да, я тоже не понимаю. Может, это лычник какой-то, я не знаю. Может... Это либо он на контроллере, либо он переделал управление. Нихуя себе, что это было? За бочку я могу лукать, да? Вот этот охотник, видишь нахуй? Вот ему вообще похуй. Он его стреляет по нему в упор, а он все равно в него харкает какой-то хуйней непонятной. Это языком он. Откидывает, и при этом, если ты отпрыгиваешь от него, то еще хуже, блядь. Потому что пока ты отпрыгиваешь, он подойдет к тебе и три раза ударит. Чего он заказывает нам? Есть еще кто-то? Пидор забрал два ящика патрон, хотя у него полный боекомплект был. Сори, мэн, как бы. Он еще один забрал. Мне уже надо уходить, блядь. Пойду одеваться. Ну, следующий ты рез включишься, если что. Requesting air support. Requesting advanced weaponry. Bug tunnel breach. Orbital inbound. Его пустили нахуй. Да, так я смотрю. Закажи себе гранатомет сразу, наверное. Нормально за пешку. Вот, блядь, походу не загренный. Сколько патронов у него?
где-то 10 выстрелов. Чуть побольше. Чел заказал шаттл, пизда. Уебал его нахуй. Или нет, не уебал. Пизда, я прям на него упал. И броню ему снял. Да, орбиталка прям по нему ударила, он не убил его. Уйди, блядь. Я не знаю, как ты меня убил. Я вообще в другом месте был. Я. Я вас убил обоих, нахуй. Да. Я не знаю. Я стоял за стенкой, понимаешь? Я стоял за этой, как называется, за скалой. Я знал, что сейчас прилетит Эрис Фрейк. Мы задачу выполнили. 3000 рублей, нахуй. Бля, я думал, буду много дальше. Helldiver, glad to have you on board. Как эта хуйня накрыла вас вообще? A victory for democracy. Да, вот, получается. У меня автопушка открылась. Я пошел. Давай. А автопушка, прицел есть? Где? Прицел есть? Да. Ну когда от бедра целишься, да. Типа? Ну, вроде было, но там нормально она ебашила. Которая пушка такая большая, как Баррет на спине. Она вообще, да. Я с нее стрелял, она прям очень жесткая. Она как гранатомет, только стреляет в точку. А я пойду сейчас где-то. Мне ехать туда 30 минут, и там 10 минут, и обратно 30 минут, короче. Ну, может быстрее, я, короче, пошел.